Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 29 сентября 2016 года. И сегодня третий день моего участия в реалити-шоу «Ищем деньги в интернете». Друзья, сегодня в Таганроге прекрасная погода была. Значит, светило солнышко, тем более после того, как вот несколько дней назад прошел дождик. Вот это солнышко как раз, в принципе, если пойти в лес, то можно хорошие грибы собрать. Вот. Но, к сожалению, у меня сегодня будет такой неудачный оказался день. Результаты нулевые. Вот прошло два заказа, но оплаты не было. Не поступила оплата. Вот. Но бывает. Я, в общем-то, не расстраиваюсь, так, потому что я знаю, что следующий день все равно мне что-то принесет положительное. И все равно я добьюсь успеха. Потому что помню, как обучали нас в тренинге, как учил Артем Мельник, что любая неудача – это трамплин для следующего прыжка к большому успеху. Вот и я так настроен, в принципе. Ну, а насчет того, что не оказалось грибов сегодня, так будто бы и погода такая грибная, все. Ну, что делать? Вот, проходя службу на Тихоокеанском флоте, в Ракушке, это там, где базировалась 29-я дивизия атомных подводных лодок, там, значит, вокруг базы с трех сторон тайга. И вот бывает, выходишь в лес, целый день пробродишь, ноги болят уже, устал, уставший, приходишь и с пустым лукошком. Вот. Но бывает так, что выйдешь, в самом деле, вот, найдешь на какое-то такое удачное место, найдешь и приходишь, и белый гриб, там, и лисички, и опята. Вот. Ну, бывает такое. Так что я не расстраиваюсь. Я верю, что интернет безграничен, я верю, что удача придет, она рядом, и я уже, в принципе, к этой удаче, вернее, и я уже вцепился в эту удачу, я уже ее не отпущу. Вот, друзья, сегодня, в общем-то, самое короткое интервью из всех моих, которые я проводил в реалити-шоу. До завтра, удачи всем!